Всем привет, друзья! 2021 год. Село Песчаное, Качирский район. Река Иртыш. 12 января у нас сегодня. Вот. Решили прогуляться, блин, на природу посмотреть, продвинуться. Под первую ферму, блин, сходить решили. Находимся на старом, на старой зимней переправе, старая зимняя дорога, через которую Песчанский племцентр там раньше, ну, не в старое советское время, где-то середина 2000-х возили, получается, блин, сено по этой переправе на сеновал, на совхозный. Сейчас так, конечно, все забросилось. Вот так вот, и никто не ездит тут. Лесники ездят на УАЗиках, на Нивах. И все. На той стороне Иртыша косили сено раньше. Сейчас мало кто косит, частники в основном. Паром маленькие делают с бочек 200-литровых на поплавках. И... Извините, что в камеру перчатками залез. И переезжают на ту сторону косить сено. Перевозят, они, в принципе, уже перевезли, скорее всего. Вот с этого леса люди берут дрова. Лесники людей гоняют. Вот какие сугробы, Нива шла с телегой, дрова возила. Вот. Сейчас вглубь пройдем, я вам покажу, засниму. Не переключайтесь. Машина ездила. Ну, как можно видеть, скирды стоят. Непонятно, когда их люди будут вывозить, это сено, с этой стороны. Вот эта пандемия, коронавирус, кризис вообще. Как бы, ну, не только кризис, но и отношение людей уже как бы другое. Многие в город поуезжали. Бросили это все нафиг. Косить, не косить. Ну, скирт нормально на этой, на той стороне Иртыша. Походу, частные лица накосили. Ну, племцентр не косил на этой стороне. Раньше баржа плавила, сейчас баржу забросили. У начальства рук нету. Руки не доходят до этого, да, и занимаются племцентр совсем другим сейчас. Можно сказать, не племцентр, а частная фирма. Я не хочу никого обидеть, там это, да. Ну, я говорю, как есть, решил видео заснять. Не то, что там по отношению там людей, просто хочу лес показать, блин, места свои, где я, блин, живу. А так, так. Привет, Кирюха, 35 рус тебе. Моисей Бутаков, 38, привет вам обоим. Вот такой вот лес. Сейчас буду идти по Иртышу назад домой. Засниму еще видео. Вот, идем домой. Вот наш лес. Разновидности деревьев. Ветла, осина, тополь, клен. Береза бывает даже на той стороне. В нашем лесу вот так вот. Вот переправа бывшая. Раньше где трактора ездили. И К-700 ездили, скирты таскали. И белорусы, и Т-40, много чего. Как-то так.